Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале про цветок. Не за горами посадка чеснока. И, конечно же, один из важных вопросов – это в какие сроки оптимально посадить чеснок. Сроки посадки чеснока должны быть такими, чтобы позволить ему как следует укорениться и не позволить вырасти зеленой массе над землей. Хотя у нас теперь такие зимы в последнее время, что даже выросшие вот эти перышки, молодые чеснока не замерзают и вполне остаются зимовать и потом дают нормальный старт для роста чеснока. При всем том, выбрать оптимальные сроки для посадки чеснока можно по температурному фактору. Температура почвы днем в разгар дня, и тут надо вооружиться термометром, положить термометр просто на грядку и померить температуру. Температура воздуха должна быть примерно 14-15 градусов. Не выше и не ниже. У нас, в Беларуси, даже заморозочки в сентябре, в октябре могут быть, но вот до середины октября, в принципе, сроки посадки чеснока позволяют получить хорошую товарную продукцию. С учетом зим, зимы бывают у нас мягкие, жесткие, такие сякие, конечно же, очень важным вопросом является глубина заделки. Почему? Как связана глубина заделки чеснока со сроками? Если вы посадили чеснок в более поздние сроки, то заглубление чеснока должно быть поменьше. Если вы посадили чеснок пораньше, то заглубить его надо посильнее. Мелкая заделка чеснока – это примерно 4 сантиметра, глубокая – 8. Что такое 4,8 сантиметров? Откуда ее считать? Считают всегда глубину заделки зубка от верхушечки, не от донца. Это касается и тюльпанов, и гладиолусов, и гиацинтов, ну всех-всех луковиц. Когда дают рекомендации по заглублению, то есть это 4 сантиметра над верхушечкой зубка. Я в последнее время практикую такой способ, что одну строчечку я сажаю на глубину 4 сантиметра, даже в один и тот же срок, а другую строчечку на глубину 8 сантиметров. Я экспериментирую с двурядной посадкой, двухъярусной посадкой, так-сяк. Ну, я люблю разные эксперименты, они удаются, вполне успешны. И вот такой вот один из этих способов позволяет мне не беспокоиться о сроках высадки чеснока, потому что в любом случае какой-то средний урожай я получу. Те, которые я заглубил не очень сильно, могут немножко вылезти. Тогда в таком случае выиграет рядок, который я заглубил на 8 сантиметров. Если зима была более суровая, наступила раньше, да, и чесночок мелко посаженный не вылез на поверхность, то в этом случае он тоже получит значительное преимущество, поскольку он весной стартанет быстрее, раньше наберет хорошую зеленую массу и даст хорошие товарные вот эти вот головки. Поэтому я вам рекомендую попробовать в условиях вот этих наших неустойчивых осенних и зимних вот такую схему посадки на 4 и на 8 сантиметров глубину. И практикуйте регулярно такой способ. Ну и кроме того, конечно, вооружайтесь термометром и не высаживайте чеснок раньше, чем температура на поверхности почвы в разгар дня, в солнечный день, не опустится ниже 14-15 градусов. При более высокой температуре чеснок стартанет слишком быстро. О прочих нюансах посадки чеснока озимого обязательно смотрите в наших выпусках. Не пропускайте. До новых встреч!